Всем привет! С вами Интернет и деньги. В этом ролике я вам покажу классную возможность заработать. Она в основном для YouTube-блогеров, у кого уже есть каналы, но у кого нет, не расстраивайтесь, потому что вы всегда по условиям можете его создать и тоже начать тут зарабатывать, но уже просто через некоторое время. Называется данная площадка Glive. Это что-то наподобие партнерки для YouTube, и в принципе заработать можно довольно неплохо. Кстати, советую подписаться на мой телеграм-канал, потому что уже довольно давненько я делал пост на эту тему, и вы уже могли, в принципе, здесь быть и зарабатывать. Итак, что же за площадка? Эта площадка, я уже сказал, называется Glive. Она платит без вложений за ваши видео на YouTube в токенах Joy. На самом деле все очень просто, и давайте посмотрим, какие требования к вашему YouTube каналу. Собственно, во-первых, он, конечно же, должен у вас быть. Далее, основная тема ваших видео — Web3 или криптовалюта и весь заработок с ней. Ну, то есть у вас ваш канал должен быть по заработку в интернете, по крипте и так далее. Вашему каналу должно быть 3 месяца и более. На канале должно быть 10 видео и более, и опубликованы они не менее чем 30 дней назад. И на канале у вас должно быть 50 подписчиков и больше. Соответственно, чем больше подписчиков, чем больше видео, тем больше вы сможете заработать. Что для этого нужно? Нужно будет перейти на сайт. Тут будет ссылочка. Я вам, кстати, ссылку оставлю именно на пост с всеми инструкциями. Вы нажимаете на ссылку, попадаете на сайт Glive. Далее там нужно вам будет нажать кнопочку «Sign in with Google». Далее подвязать ваш аккаунт, именно тот, на котором ваш YouTube канал. После чего вы сохраняете фразу, то есть сид-фраза, она вам потом понадобится, я тоже расскажу зачем. Потом регистрируете почту и пароль, указываете категорию review. Далее реферер должен быть вот такой, он Тарук 1. Почему так? Потому что я вот этот свой канал пробовал подвязать, он почему-то у меня не подвязался. Пробовал несколько раз, поэтому подвязал на эту площадку свой другой канал. С этим все прошло хорошо, то есть все без проблем. Дальше нажимаете кнопочку Continue, и вы, в принципе, уже зарегистрировались. Как только вы прошли регистрацию, у вас уже будет вот такой кабинет. Здесь, в принципе, можете вот даже посмотреть ваш профиль, то есть тут будет ваш профиль, все отображаться. Ну и также уже будет ваш канал. Вот если нажать My Channels, то есть тут уже мой канал второй, который сюда подтянулся. И как только вы будете, соответственно, загружать на канал видео, они также сюда новые будут автоматом подтягиваться, и за них вы также будете получать награды. Между прочим, как только вы подвязываете канал, то вот эти видео сюда подтягиваются не очень быстро. У некоторых занимает 2 дня, там 3 дня, у некоторых даже неделю. Так что, если что, не переживайте, все потянется, просто на это нужно время. И за привязку, кстати говоря, вам сразу же насыпят этих токенов Joy. Дальше вам нужно будет зарегистрировать кошелек Талисман. Ну, об этом я тоже вам сейчас расскажу. Смотрите, у вас уже все подвязалось. Дальше вы можете зайти вот сюда в раздел UPP. Потом нажимаете вот сюда Go to Dashboard. И здесь, в принципе, можно смотреть. Давайте переведем. За синхронизацию вашего YouTube канала ранее здесь писало $15, то есть от 15, то есть чем больше у вас ваш канал, тем больше за то, что вы подвяжете сюда ваш канал, вам заплатят. Здесь у меня почему-то пишет сейчас $1, но на самом деле мне дали намного больше, я вам тоже позже покажу. И далее смотрите, можно получать вознаграждение за каждое новое видео, о чем я ранее говорил. То есть вы загружаете видео на ваш YouTube канал, оно сюда подтягивается, и за него вы также получаете. Минимальная продолжительность видео, за которое вы получаете награду, 5 минут. Награды за синхронизацию ограничены до 3 раз в неделю. То есть максимум 3 видео в неделю вы можете загружать, и начисления идут тут сюда каждую пятницу. Плюс за каждого друга, которого вы сюда пригласите, тоже будете получать от 10 до $50. Тоже, в принципе, довольно неплохо. Также вот тут вот есть payments, то есть выплаты, можно посмотреть. Вот у меня более 3000 токенов мне начислили за то, что я подвязал канал. Это, как видим, сейчас есть чуть более $40. Вот тут видно, что мне начислили вот столько-то, да, там было чуть меньше, чем сейчас на балансе. Это потому, что у меня подвязалось новое видео, сегодня как раз пятница, и за видео пришло начисление. Теперь, ребят, что дальше? Дальше вам необходимо будет подвязать кошелек. Для этого также опять переходите на мой пост, здесь будет ссылка, вы на нее нажимаете «Открыть».
Далее здесь нажимаем «Установить», «Установить расширение». Все, как видим, расширение у нас установлено. И открывается вот такая у нас фишка. Далее здесь нажимаем «Import a wallet». Далее нажимаем «Polkadot wallet». Далее «Recover phrase». И здесь вставляем как раз таки ту фразу, о которой я ранее говорил, которую вы должны были сохранить при регистрации на площадке Glive. Сейчас я пропишу и продолжаем. Все, прописали фразу, далее нажимаем «Import wallet» и здесь придумываем пароль и нажимаем «Continue». Далее нажимаем «I agree» и ждем, пока импортирует ваш кошелек. Все, ваш кошелек импортирован. Кстати говоря, вам сразу за регистрацию в кошельке дадут 5 Joy. Они будут сразу у вас на кошельке, то есть вы сможете, в принципе, использовать их для комиссии. Естественно, будем отсюда выводить, потому что я еще не выводил. Все это на выплаты не проверял, но я знаю, что сайт платит, потому что я уже посмотрел не одно видео. И, кстати говоря, блогерам, у которых довольно-таки немаленькие каналы, я там смотрел, там по $200 давали, это довольно круто. Но вот даже за мой маленький канал, который я сюда привязал, напомню, не этот, а другой, там у меня всего лишь 500 подписчиков, да, и в принципе вот 40 баксов в этих токенах мне дали, тоже довольно неплохо. Ну что ж, как выводить? Выводим их тоже довольно просто, просто нажимаем кнопочку «Withdraw», здесь нажимаем «Максимум», вот $40 10 центов получается, и далее нажимаем «Withdraw». Все, ждем транзакцию. Все, как видим, токены у нас перевелись. Кстати говоря, у меня на балансе уже есть. Я показывал, да, что я выводил. Но, тем не менее, я, собственно, немножко затупил. И пришлось делать вот такую вставку, как зарегистрировать кошелек чуть попозже. Поэтому вот эти денежки уже у меня на балансе. 3006 токенов Joy, почти на $40. Они уже здесь есть. Теперь дальше мы с вами можем выводить их уже на биржу. Это можно закрыть. Тут, кстати, отображается кошелечек. И как выводить на биржу. Для этого мы переходим на биржу MEX. У кого еще нет, ссылка также будет в посте с инструкциями. Здесь выбираем кошелек и выбираем спотовый счет. Далее здесь нам необходимо найти Joy. В поиске вводим Joy. И вот наша монета, которая нам нужна, JoyStream. Здесь нажимаем депозит. Здесь подтверждаем. И здесь, если нужно, то генерируем адрес. Нажимаем, чтобы сгенерировать. Так, ребят, адрес правильный. Такой, как мне отправили на почту. Далее тут нажимаю копировать. Дальше здесь выбираем Joy. Далее нажимаем вот сюда отправить. Здесь в кошельке выбираем аккаунт, на котором у нас деньги. Тут вставляем адрес, выбираем, тут нажимаем максимум и далее нажимаем review. Нажимаем confirm и дальше можно нажать закрыть. Все, видим, отсюда списалось. Теперь нам необходимо подождать, когда Joy придет к нам на биржу MEX. И потом уже можем продавать. Давайте я снова поставлю на паузу и мы продолжим. Прошло буквально минутки две и видим, вот мне уже пришло зачисление в Joy. Теперь давайте опять же таки перейдем в кошелек, перейдем на спотовый счет и будем смотреть. Кстати, сразу покажу, кто не знает, как продать. Вот, видим, есть JoyStream, 3006 монеток. Далее, что делаем дальше? Спот, спотовая торговля. Дальше здесь в поиске опять же таки ищем Joy. Только смотрите, важно, не перепутайте с обычным Joy. Нам нужен именно JoyStream. Выбираем JoyStream USDT. Далее идем вниз в стакан. Выбираем Market. Выбираем 100% и нажимаем продать. Все успешно. Если посмотреть в историю ордеров, то вот я продал JoyStream на сумму $39.79. Опять же переходим на спотовый счет и на балансе у нас уже должны быть USDT. Давайте смотреть. Вот
есть у меня на балансе USDT. Так что, ребят, вот такой вот классный сайт. Так что, кому интересно, проходим регистрацию, делаем все по инструкции и начинаем здесь зарабатывать, потому что платят они довольно-таки неплохо. На этом все. Если видео вам было интересным и полезным, ставим, конечно же, ему лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ну а мы с вами услышимся в новых видео. До скорых встреч!